Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Носов. Я основатель и генеральный директор сервиса «Конкурента». Это аналог Airbnb, который недавно ушел с российского рынка, как и многие другие компании из-за санкций. 5 марта, когда узнал эту новость, просто звоню своему бизнес-партнеру Станиславу, говорю: «Стас, давай делать Airbnb». Он говорит: «Давай». Так как мы с ними делали уже не один проект, у нас были всегда заготовленные схемы, в том числе и удаленные команды. Команда у нас разрозненная вообще по всей России. Кто-то в Йошкар-Оле, кто-то в Питере, кто-то в Москве, я в Сочи. Есть девочка, которая в Омане вообще живет. И взаимодействовать, как вы понимаете, здесь достаточно проблематично. И когда мы думали, какую систему взять для коммуникации внутри, для распределения задач, для планирования спринтов, для общения с партнерами, для общения с клиентами, у нас только одна система пришла на ум, и мы ее начали внедрять и использовать. Это очень удобно, особенно после того, когда мы выложили первую свою статью на VC, и к нам посыпалась куча предложений с сотрудничеством, куча хейта, конечно же, куча какой-то положительной обратной связи. Все это надо как-то регулировать. Так как мы стартап и начали только 2,5 месяца назад, у нас ресурсов не на все хватает, и нужно часть данных собирать, как вы понимаете, часть данных отклонять или коммуницировать, или что-то делать, или быстро изменять, потому что модель достаточно такая живая, и никогда у тебя нет какого-то супер дальновидного стратегического планирования, нужен всегда agile подход. И за 2,5 месяца у нас больше 1000 регистраций в системе. Понятно, что мы очень много времени уделяли напилению продукту. Вот. Второе – это коммуникации, выкладывание объявлений, модерация объявлений и так далее, так далее. То есть здесь много коммуникаций. Так как у нас проект достаточно такой живой, интернет-проект, то в этом случае нам физический офис не нужен, и мы взяли просто Bittrex24 для того, чтобы он стал хорошим заменителем виртуального офиса. Здесь много возможностей, здесь много коммуникаций происходит, легко перекидывать задачи друг перед другом и, соответственно, работать с этими задачами. Мне, как руководителю, это достаточно важно, нужна прозрачность, нужна контроль. Самая моя любимая функция – это пингануть, и я ее с удовольствием пользуюсь. Поэтому большое спасибо Bittrex24 за ваш классный коробочный продукт. Я верю, что мы еще с ним будем достаточно долго и не сможем пока из него вырасти, и это классно. Спасибо.